Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме подтвердила свое желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины, и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается. Ежедневно ракетным ударом подвергаются города. В связи с этим руководством Херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. Звонили, нет, под утром звоним, нет. Я позвонил знакомому, говорит, да, в эту пятиэтажку и прилетели. Как мы сразу прилетели, приехали. Сволочи, сволочи. В общем, все это просто ужасно. Просто все ужасно. Ой. Я сама уцелела, я вообще не знаю, как я уцелела. Просто повезло. Не, не нервничай, это главное, да. Шоу. Also welcome the very strong message from the international community yesterday. The vote in the UN was a clear condemnation of the illegal annexation of Ukrainian territories and a clear call on Russia, President Putin, to reverse these decisions and to respect the territorial integrity of Ukraine.